Ежегодное празднование Дня православной молодежи в детской школе искусств города Видное уже стало доброй традицией для жителей нашего района. Именно здание детской школы искусств стало постоянной площадкой для проведения этого мероприятия, приуроченного к празднику Сретения Господня. Из года в год здесь собирается молодежь Ленинского района и те, кому близка православная культура. В этом году решили попробовать новый формат. Обычно проводится концерт в этот день. Сегодня мы решили пригласить лектора, ну даже не столько лектора, да, сколько человек, который имеет определенный жизненный опыт и образование, который поможет нам разобраться с тем, особенно молодежи, как вообще общаться. Общение стало главной темой мероприятия, которое теперь получило название «Молодежные февральские встречи». В этот день всегда подводятся итоги конкурса молодых фотографов «Видное православное». Работы были представлены по 5 номинациям. Среди них запечатленные моменты богослужений, портреты и пейзажи. Все картины очень красивые, вот, живописные, интересные. Очень интересные фотографии. Вот мы только что начали смотреть. Очень красивые и интересные. Ну, сейчас увидим, что больше нас впечатлит. А больше всего у посетителей выставки впечатлила выразительность фотографий. Авторы лучших работ были награждены дипломами и памятными подарками. Несомненно, воспитание любви к прекрасному через искусство – одна из главных задач культуры, так же, как и обмен духовными ценностями между представителями разных народов. Надо понимать, что такое культура разных народов. Вот здесь как раз не может быть войны, не может быть, так сказать, действий каких-то. Это культура разных народов. Ее надо познавать, изучать, обмениваться, предлагать свои. Лекцию-семинар о науке общения провел филолог, магистр богословия Олег Воскресенский. Уже почти 30 лет он живет в США и ведет миссионерскую деятельность, выступая с лекциями о православной культуре. Каждое сообщение состоит не только из текста, который мы слышим, но и контекста тех обстоятельств, в которых этот текст, эти слова произнесены. Кто говорит? Важно. Кому говорит? Важно. В каких обстоятельствах? Важно. Посетившие встречу смогли узнать, как избегать конфликтов в общении, что такое преданность и доброжелательность. И совсем не важно, какого вероисповедания твой собеседник. Прежде всего, нужно видеть в нем душу и общаться с ним от сердца к сердцу. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.